Еще раз. Давай каску снимем, посмотрим, как голова расположена. Есть голова. Что, каску убираем? Не-не-не, давай оставим на месте. Или уберем. Я думаю, чтобы вам удобно было. Давай, я думаю, да, убрать. Уберем, давайте уберем. Личные вещи давайте положим. Неплохое состояние так относить. Ну, так. Да. Для советских касок. Дайте кисточки, ну, пожалуйста. Да. Можешь, пожалуйста, отойти? Да. Дайте. Да, я тогда. Как? Плохое состояние для пыльничей. Я в король? Старый. Это от каски эти. Подшлемник. Подшлемник, ну. Оно, она рассыпется. Вот их надо как-то аккуратно убрать, потому что я тебе хочется, тебе как Вологжанин заговорил. Эти, да. Петлицы, смотри, пинцовики. Там вот так вот лежит, полубоком. Ну да, да. Большая часть. Это позже эмбрион, кстати. Я уже видел. Это очень. А там обрезай ножом, так и не поехал. Вот здесь? Тут края. Ну там может работать. Чеки платили. Вдруг у меня поехал. Ну, нормально. С машиной. Андрюш, а где клюшка? В машине. Да она не собрана. Ага. Ключи, да. Как-то надо вот это убрать. Подшлемник? Да. Выкидывайте его в сторону. Сейчас церемония. А? Звездочки нету там. Мы помним, что сняли каску. У него пилот со звездочкой на голове. Просто была какая-то материя, я вижу.